Социальный фонд России по всей стране открывает центры общения старшего поколения. Его основная задача – это организовать досуг для людей преклонного возраста, создать для них атмосферу заботы и внимания, а также открыть возможности для самореализации. Отметим, что в центре также регулярно проводятся встречи с ветеранскими и общественными организациями. Устраиваются мастер-классы по разным видам спорта, проводится медицинское обследование пожилых граждан, различные лекции, тренинги и семинары. Особое внимание уделяется повышению финансовой и цифровой грамотности. Их учат правильно пользоваться гаджетами и искать достоверную информацию. Кроме того, социальный фонд устраивает встречи с семьями военнослужащих и стараются помочь им с их проблемами. Над некоторыми из семей соцфонд даже взял руководство. Сегодня на базе социального фонда работает уже 111 центров общения в большинстве регионов страны.